Лайт вообще по лайту, блядь. Скажи свою фразу короны про Одес. Покупайте Одес, блядь. Красавчик. Покупайте Одес. Все равно. Одес лучше. Конечно. Одес, блядь, дорожку протоптали, блядь. Теперь эти стасоводы теперь спокойно едут, блядь, как по асфальту. Берите Одес. Я бы назад бы сдал бы чуть-чуть бы. Куропатка, блядь. Макс, посрать не всем, блядь. Давай туда. А как?
Я уже тысячный раз повторяю вам, блядь. Если вы хотите наслаждаться, блядь, грязимесом, блядь, прочей хуйней, блядь, берите литр с собой. Но только при условии, если вы купили ОДЭС по совету друзей, блядь. Даже ребенок. Покупайте ОДЭС по совету друзей. Бля, бля. Чуть помажем лечебно. Сука. Скажи, по совету друзей. Совет друзей, купи ОДЭС, бля, из Бирпи пересел. Литровый. Ебусь. Ну и хуй Бирпи впереди. Ну и чё? Ой, блядь. Кристиан, как раз. Да. Лечебная грязь, приезжать в Владимирскую область. Да. Вот есть по National Geographic золотоискатели, это ОДЭСы-искатели. Дрочеры, блядь. Ищем части ОДЭСов, блядь, в канаве. Не, надо на эту сторону. Может, тебя бирпишкой дернуть? Роман, Роман, скажите свое слово. Илюх, продолжай, рассказывай, что нам. Что вам рассказать? Квадроцикл китайский. Можете приобрести в салонах дилеров в Москве, Вологда, Череповец, Санкт-Петербург, Владивосток. Вроде бы в Владикавказе есть. Ну, что сказать вам? Грязные въебало. Все. Ну, колпачки в грязи можете проиграть, потерять. Проиграть. Ну, проиграть, как пойдет. В лесу поедете, запчасти соберете. Что хотите, зеркала, шмеркала, все соберете. Алексей, вы что потеряли? Девственность, кроме, нее. Кроме нее, фаркоп человек потерял. Я вот три запчасти потерял, но это ничего. Обратно поеду, заберу. Вот, ОДЭС он как собирает? Он как собирает? В лесу можете собрать. Алексей собирает как раз, да, там? Алексей, не хотите собрать второй ОДЭС? Придется, блядь. Алексей подбирает вторые запчасти, да? Я знаю где, блядь. Не, ну что хочу сказать. Смотрите, дымится из-под колес, хуй пойми что. Вот, говорит, глушитель менять с завода. Вот, мозги поставьте. Блядь, он там отжигал пиздец, блядь. Вот, что еще надо поменять? Лебедку поменять, хуй тянет. Нормально тянет. Влезли в дерьмо. Ямаха сегодня выебала, блядь, просто, блядь, в рот, блядь. Всех. Я заебался, ну так, вот, выйти, блядь, Серег, блядь. Заряд. Забора, блядь. Да. Рассказывай. Вы видите это счастливое лицо? Он продал нахуй свой BRP, блядь, и купил себе ОДЭС. Ну, это не совсем правда, это рекламодатель ОДЭС, этот, наверное, Развалюшин, который все себе поставил. Говорит, куплю себе ОДЭС, покатаюсь. Угадайте, какого цвета, поднимите, пожалуйста. Цвета детской неожиданности. Вот, правильно. А вот посмотрите, сзади 15 минут стоим, такой же ОДЭС уже дымится. Но этот цвет оставляют все те, кто едет с нами, блядь, потому что они все ходят по мукам, а мы едем, потому что... Человек, которому заплатили... По совету друзей мы купили ОДЭС, блядь. Самый, блядь... Как этот честный отзыв, ёбаный в рот, блядь. Катушка по лайту, блядь. Минус подножка, блядь.
Че там, колпачок, блядь? Ну, девственность, блядь, мы молчим, блядь. Не, ну, а хули, это, блядь, нахуй прокладка между рулем и сиденьем, нахуй. Я доволен, нахуй. Справил Эврос всех. Справится даже ребенок. Макс, это ты въебал. Ребенок справляется на ура, блядь. Вот. Помаши, Кирилл, иди сюда. Сюда иди. Подойди в кадр, блядь. Вот. Да нихуя, блядь. Вот. Слышишь дорогу? Человек, сколько тебе лет? Туда прям. 13. Он управляет Одессом, блядь. Как тебе? Удобно все? Справляешься? Или Одесс управляет тобой? Это просто прекрасно. Это семейное наслаждение, блядь. Одесситы все грязные. Чеховский, блядь, Андрей Сергеевич. Ебал я рот твой ЦФ мото, нахуй. Понял, блядь? Соси, нахуй, на своих кленовских просеках, блядь.